здесь клюет тарпон. Тут сразу мусорник. Вот так вот. Все было хорошо до сегодняшнего момента. Чувствую, пора переезжать. Мне это очень не нравится. Это выглядит очень плохо. Ну, он, смотри, он еле шевелится вообще. Не поворачивайся. Да, блядь, короче, все, не могу. Он как хозяин, видишь? Не хочет, не... Вон у него глаза какие просто. Он на тебя смотрит? Да, и на тебя тоже. Сиди, братан, сиди. Не убегай. Попозируй на камеру, друг. Убежал. Еще мы купили такие красивые фрукты вчера. У местных. Что-то ребенок сказал, их надо готовить. Но Яна приехала домой. Разломала. Скушала. Вот эту часть скушала. А черную ты не смогла сживать, да? Ну да, да. И решили почитать в интернете. Когда поели. Ну да, когда поели. И оказалось, они очень ядовитые, вызывают кому, отравление. И их надо очень правильно готовить. Я на полночи, бедная, не спала, но вроде живая, не в коме. Жена не в коме. Короче, этот фрукт идет сразу в мусорник. Вот так вот. Местные мини-вороны. Ну и вот, оставил жену там. Идем на наши камни. Ёжик. Так, друзья, сейчас приду, разложусь и расскажу, какие у нас планы. Сегодня мы идем на рыбалку за рыбой. Так что сейчас дойдем до туда. Вот такая раковина красивая, а? Красота. Ой, почти на месте. Итак, друзья, всем привет! Надеюсь, меня слышно, микрофон я поставил. Значит, сегодня Рождество, всех с Рождеством, 25 число, декабрь, остров Антигуа, Карибские острова. Итак, сегодня немножко другая рыбалка. Спиннинг я оставлю на потом. Попробуем сначала на донку. Почему? Здесь очень много тарпонов, заливов, где яхты. 2-3 метра такие дуры плавают. И я взял кальмарчика, сейчас мы еще подкормим. Тут довольно сразу хорошая глубина, он же как-то туда заходит. В общем, попробуем на донку. Попробуем сначала на целого кальмара, потом попробуем на маленькие кусочки. И будем ловить на спиннинг. Здесь много саргана. И те черные рыбки, которые я в прошлый раз ловил, после поездки на лодке, капитан вообще даже не хотел мне разрешать ее на приманку резать. Говорит, очень дорогая рыба в ресторанах, очень вкусная. Поэтому я взял с собой мешок со льдом для рыбы. Так как сегодня все пляжи работают до часу, сегодня Boxing Day и первое число Нового года будет такая же хрень. Поэтому мы до часу половим, дети там плескаются на пляже, и поедем домой готовить рыбу. Вот. Так, друзья. Это
Вчера я чистил кальмара. Сейчас пойдет на прикормку. И для начала мы попробуем без креветок на цельного кальмарчика. Правда, крючок здесь не такой большой. А я, наверное, его перевяжу. Да. И через глаза, чтобы запах пошел. Во. Ну почему бы тарпону это не съесть? Так, теперь это достаем, мусор сюда, потом выбросим. Так. Пока без перчаток будем. Ну что, вот если видите, идет граница камней, там дальше глубина. Я думаю, кидать надо туда. Сейчас мы подкормим. Опа! О! Пусть идет на запах. Ну, не гарантирую, что будет поклевка. Не, поклевка будет, но что будет большая рыба, я не уверен. Но как есть. Погнали, друзья. По ветру. Вау! За тарпоном мы пойдем. Все, ждем. Все, утонуло. Какие волны. Опа. Да, такая волна и сумыть может. Ну? Ладно, если будет клевать, включу. Там зацепилось за камни, я решил оставить, но начало клевать. Если что-то большое клюнет, может, выведет из камня. Леска крепкая. Что-то начало дергать. Вот там целый кальмар стоит. Должно быть что-то резонно большое, чтобы вывело. Или оборвем. Но снасть еще есть. Еще у меня есть поплавок. Здесь много саргана, барракуды. Можно на живца попробовать. О, опять клюет. Ну, попробуем. Да нет, там галимый зацеп. Нереально. Оборвал. Оставим донку на потом. Половим чуть-чуть на спиннинг, часик. Потом еще раз сделаем донку. Итак, друзья, чтобы мне не ходить каждый раз, я сделал такую приспособу. Тут у меня нож для дайвинга. И просто вот здесь вот у нас кукан прицеплен. Вот этой вот штукой возьмем. Давай. Вот так вот сюда, сюда. Все, мы пошли за рыбой. Кроекс, у меня колечко сломалось. Поэтому мы ловим на фокс, на который ловили на Сейшелах. Тоже довольно неплохой. У меня еще с собой есть штук 6 спиннингов. И так как мы идем за рыбой, ставим мы проверенный розовый тимон. Так, вот. Тут у меня еще и щипцы. Кукан для рыбы. И почему я не боюсь так оставлять сумку? Приливы здесь 0,2-0,3 метра. Почти нету прилива, в общем. Поэтому, ну что, за рыбой? Погнали, по ветру. Сейчас будет, сразу.
Этот Тимон должен сработать. Неужели нету? Как так? О! Что-то сразу. А вон гоняет, гоняет. Крупняк гоняет. Ух ты! А вон какая. Надо на живца ловить. Сразу барракуда подплыла. Здоровенная. Ладно, надо живца будет поймать. У меня уже готово. Поплавочка на живца. Перчатки забыл одеть. Ну что, на самый низ. Опа. Вот так вот. Сарган более охотно брал на резину. Ну, не знаю, посмотрим. Не хочет он эти воблеры брать почему-то. Но он там очень здоровый плавает. Громадный просто. Пару метров. Полтора. Сразу выскакивает за мелкой, которую я ловлю. Надо будет ставить сейчас резину. О, мой воблер улетел. Вот так вот. Тимончик дорогой. Ну какого хрена, а? Так, батарейку поменял. Вроде бы саргана привлекает эта резина. Поэтому, может быть, вполне может быть, мы сейчас поймаем хорошего саргана. Опа. И не хочет, да? Там уже камни. Ладно, если что-то клюнет, я включу камеру. Вот эта рыбка привлекала саргана. Может, хоть сейчас он клюнет. Надо, может, тогда ловить живца и ставить на поплавок живца. О, что это было? Вон, красавец какой, а! Кто-то хороший был. Кто-то хороший. О, ну? Кто-то хороший-прихороший был. Может, они на камнях тут тусуются? Он отсюда пришел. На мели. Маленькие воблеры и на мели надо ловить. Но он не атаковал. Переходим к плану Б. Маленький Алиэкспресс. И ловим, если повезет, живца. Ну или среднячок. Все, что можно забрать, берем. Сарган тоже на это может взять. Все-таки на маленькие воблеры как-то получше берет. Но сейчас посмотрим. Наверное, это черный опять. Да. Ну, хоть таких наловим. Живца бы поймать. Вот что. Ну, берем этих. Снаппер. Ну, этот хороший на сковородку. Вот поменьше бы. Что-то волны больше стали. Меня чуть не смыло. Ну что, друзья, план С. Маленький тимончик. Потому что нам срочно нужна рыба. Осталось ловить где-то часик. Это всегда работает.
Запарило меня бегать туда-сюда. Ну, летит он слабенько, конечно, с этим спиннингом, но... Что-то есть. Вот он, снаппер. Маленькую никак не поймать. И сарганы почему-то здесь не берут этот воблер. Пытаюсь вспомнить, на что он хорошо брал. Надо что-то еще менять. Что-то на твичинг взяла. А, ну это черные наши. Ну ничего, они вкусные, говорят. Сегодня будем пробовать. Хороший такой, крупный. Давай. Вон сарган плавает. Вон. А что же они не берут-то, а? Вот они сегодня очень плохо клюют. Ведут, но не берут. Что же им надо? Вот был на том камне, зацепилась, решил дойти сюда. И тут вот где можно ходить, а там дальше глубина. Ну, здесь должно быть что-то. Вот так вот. Сейчас что-то пахнет. О, они сарганы там, наверное, дальше тусуются. Ну, давай. Сейчас бахнет. Шаг отчаяния. Ставим целого кальмара. Ставим целого кальмара на поплавок. Ставим на поплавок кальмара. Посмотрим, что будет. Ну что, пробуем. А вдруг сарган или тарпон возьмет эту приблуду по ветру. О, хорошо. О, залетело. Ну что, ждем. Что, последние полчаса все ноги избил, пока дошел, но можно дойти. Я там ловил, сейчас сюда пришел. И вот можно поглубже зайти на эти камни. Правда, тут волны иногда большие, но... О, какие камушки приятные. И вот поставил воблерок. Такой... Ой-ой-ой-ой-ой, поплыл. Меня назад тянет. Цвет такой более-менее. Ну что, будем ловить. Сарган не хочет на воблеры. Резину только грызет и все, не зацепить. Может, что-то другое тяпнет. Решил на дно опустить, рискнул. Что-то бомбануло. Снаппер. Yellow tail ушел, вот же. Значит, они на дне, вот что. Ну, блин, можно оборвать. Но попробуем. Очень много камней, застревает насмерть сразу. Ой, хороший был. О, есть, хорош. А, черныш.
друзья, я стал между камнями, вот так кидаю, чтобы меньше зацепов было. Жду, пока утонет, и вот со дна берет хорошо. Черныши, правда, эти. Ничего пока стоящего не клюнуло, но все может быть, правильно? О! Получше черныш. Такой же. Ну что, будем варить уху. Не гиганты, ну на уху есть. Вот так вот. Выбираем обязательно жабры на уху. Они горчат. О, ну что, я собрался. Пляжи закрываются, надо бежать. Но мы поедем в другое место, половим где-нибудь с камней. Да, все, вон люди уходят. Никого на пляже не осталось, ну полный бред. Короче, корона это просто шляпа. Они все ходят в масках. По улице. Косят траву в поле в масках. Моют машину в маске. Короче, клиника. Ну как есть. Камбала была.